Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. В это видео я решил пойти в казино. У меня всего лишь есть 500 тысяч, я хочу поднять хотя бы 1,3 миллиона, чтобы у меня были деньги. Надеюсь, я не солю, пацаны, поддержите эту серию лайком, обязательно поставьте лайк. Давайте наберем на этой серии 50 лайков, также не забывайте вводить мой ник при регистрации. Мой ник Кирилл Путболуви, просто вводите его при регистрации. Когда вы прокачаетесь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому, пацаны, обязательно вводите мой ник при регистрации. Ну что ж, я приехал в казино, давайте меняем сразу, получается, 500 тысяч, это 5000 фишек. Все, у меня остается, получается, 13 тысяч. F, по-моему, да? Посмотреть заявки. Так, здесь есть заявки на, получается, косарь. Давайте сыграем, в принципе. Возможно, нам повезет, хотя это маловероятно. Чувака 66 выпало, ну, в любом случае, он, короче, выиграл. Минус 100 тысяч уже есть у нас. Может быть, сами создадим заявку на 1000 втроем. Давайте попробуем сделать. Возможно, тогда с нами еще сыграет. Потому что вообще не знаю, как лучше играть вдвоем или втроем. 5,3 у меня выпадает. У чувака 3,6, 2,5. И в итоге Богдан выиграл. Что-то не везет, пацаны, нам. Так, давайте с чуваком вдвоем сыграем. 6,5 у него выпало. 4,6. Обратно я проиграл. Давайте 1000 втроем еще раз создадим. Я просто уже проиграл, по-моему, 300 тысяч. Чтобы вы понимали, это довольно-таки быстро произошло. 4,5 у меня выпало. 3,4. 4,5. Ничья. Блин, я реально хочу бабок поднять. Я не хочу все слить. Я не знаю потом, что делать, блин. Я реально не знаю потом, что делать, потому что у меня денег не будет. 4-1, 4-1, и что дальше? Я победил, фух. Так, сколько у меня фишек? Давайте посмотрим. У меня 3900, окей. Так, давайте посмотреть заявки. Я хочу хотя бы где-то 3 ляма поднять. Ну, хотя бы, ладно, 2 ляма. Хотя бы 2 ляма поднять, и будет заебись. А то, блин, у меня почти вообще денег нет, у меня всего 500 тысяч, и все. Вот, началась игра, 6,2 у меня выпало. 1,6, и у чувака выпадает 4,4. Он выиграл. А, не, ничья. Хм, хоть ничья, это радует. Так, 200, косарь. Давайте чуваком на косарь сыграем. 3,3 у него выпало, у меня выпадает 5,3. Я выиграл, пацаны. Так, втроем давайте сыграем. Так, 1,6, 5,3, 4,4. Ничья, блядь, обратно ничья. Так, давайте чуваком еще раз сыграем. 3,5, у меня 5,3. Ничья, обратно. Два раза ничья уже, пацаны. Так, косарь втроем давайте. 4,3, 3,6, 3,3. Блин, я проиграл. Печалька, конечно. Так, давайте еще раз чуваком сыграем вдвоем. 1,6. 6. Давай, у меня побольше. 1,3. Я проиграл. Блин, пацаны, это реально пот на самом деле. Так, давайте втроем сыграем на 2000. Это очень рискованно, пацаны, но так есть большой шанс, что я сейчас сразу, возможно, подниму денег. Но это не точно. Так, 3,2 у чувака выпало. У меня выпадает 5,1, 2,5. Блять. Богдан выиграл. Ну, пиздец, пацаны. Я не знаю, у меня фишки остались вообще или нет. Короче, на 900 со мной никто не захотел играть. Вот, я победил, кстати, 400 выиграл. Теперь можно поставить косарь. Давайте поставим, короче, косарь втроем. Последний раз. Так, косарь втроем. Я, пацаны, уже почти все слил, но надежда умирает последняя, поэтому сейчас попробуем. Так, уже один чувак подсоединился, и надо еще один чувак, и можно будет играть. А, вот еще чувак подсоединился. 2,3 у меня выпало. Отлично. 2,6. Ну и в итоге я, походу, пацаны, проиграл. Да? Победил Богдан. Так, и сколько у меня фишек осталось? 357 фишек. Ну, уже смысла нету играть, пацаны, потому что на такие маленькие ставки, я думаю, никто вообще играть не будет. К сожалению, у меня не получилось подняться. Походу, все-таки придется продавать машину, либо я не знаю, что делать, потому что, как вы поняли, денег у меня теперь нет. Донатить как бы не особо хочется, поэтому я не знаю, что я буду делать. Скорее всего, донатить точно не буду. Ну, кто может мне помочь, пацаны, можете писать мне, в принципе, ВК. Ссылочка на мой ВК будет в описании под видео. Все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой ник при регистрации. Все есть в описании. Всем пока-пока.